Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в «Ломбарде Титан». «Ломбард Титан» – для всех и каждого. На улице Маклина владелец машины с камерой едва не въехал в нарушителя на кроссовере. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Маклина водитель кроссовера не убедился в безопасности маневра. На съемке видно, владелец регистратора в последний момент успел увернуться от удара. К счастью, не было встречных машин, иначе необдуманный маневр водителя кроссовера закончился бы массовым ДТП. На улице Ленина водитель иномарки не заметил мужчину на пешеходном переходе. На повторе видно, что водитель не тормозил. Ему просто повезло, что пешеход вовремя ушел с его пути. На улице Производственной водитель фургона решил проскочить перекресток. Судя по видео, нарушитель мог остановиться, но решил продолжить путь на запрещающий сигнал. Еще один грузовик проехал на красный на улице Ленина. Видимо, водитель фуры зимой часто застревал на этом подъеме, поэтому весной по привычке не стал останавливаться. На перекрестке улиц Ленина и Хлыновской водитель 14-й не стал дожидаться зеленого сигнала. Нарушителю стоит напомнить, что подобная дурная привычка рано или поздно может закончиться крайне плачевно. На улице Лесозаводской шофер КамАЗа взбодрил водителя и пассажира машины с камерой. Такому обливанию автор видео был явно не рад. По его мнению, водитель грузовика мог проехать гораздо аккуратнее. На улице Ломоносова камера зафиксировала экстремала на 14-й. Судя по видео, водитель сам от себя не ожидал такого маневра. После разворота он несколько секунд стоял на месте. Называются бычки. На улице Московской во дворе очевидцы запечатлели, как водители двух иномарок не хотели друг другу уступать дорогу. Сколько они уже стоят? Минут 10-то стоят два дебила. Ну еще будет развязка ведь какая-то. Как выяснилось, водителя внедорожника не было в машине. Видимо, после конфликта он оставил автомобиль на дороге и ушел по своим делам. Михаил Вагин, место происшествия.